Несколько минут до начала и зрители в предвкушении концерта. Еще есть время поделиться новостями. Здесь все уже давно перезнакомились. И часть их общей жизни проходит в центре «Вера». Я просто вот сейчас не могу жить без этой самой «Веры». Тут очень хорошо. Народ, с которым можно побеседовать, очень хорошо. Нет, мы сюда ходим как на работу. Раз, и все. Правда. Очень хорошо, весело, забавляемся здесь. Разные мероприятия, а кружков здесь сколько много. Концерты и другие мероприятия здесь проводятся по нескольку раз в неделю. И все же пожилые люди с удовольствием приходят посмотреть и послушать выступления. Сегодня в гости к пенсионерам прилетели «Ласточки» – ребята из одноименного детского сада. Здесь они часто выступают. А следом уже готовились выйти на импровизированную сцену школьники. Во второй школе много талантливых ребят. Одни стихи читают, другие поют. Или вот как этот юный баянист. Только дотронулся до кнопочек, как зрители невольно начали аплодировать. Но и свои доморощенные артисты в «Вере» есть. Пока дети радовали публику, танцевальная пара Людмилы Лозинской и Сергея Солопова репетировала свой номер. И хотя вместе они танцуют всего около месяца, уже готовы выступить на конкурсе. Мы едем на конкурс в город Серпухов и будем защищать Ленинский район от людей старшего поколения. Как вам ваша напарница? Очень хорошо. Не то, что я. Я только на нее вот и равняюсь. А сегодняшнее выступление станет для них генеральной репетицией. Хотя эта публика самая благодарная, и небольшие недочеты артистов принимают аплодисментами. Если где-то какие-то шероховатости, недочеты, они всегда, наоборот, поддерживают. Говорят, ничего, нам все хорошо, вы не волнуйтесь. И детишек поддерживают, и старших поддерживают. Еще и поэтому у центра «Вера» так много друзей, которые по первому зову придут, чтобы сделать жизнь пожилых людей ярче и интереснее. Татьяна Брылова, Егор Хляпич, Елена Кошелева. Видное ТВ.